Volkswagen Touareg, модификация CR3, устанавливаем в виде регистратора в штатное место. Штатный кожух крепления зеркала к лобовому стеклу сняли и вместо него поставили такой же штатный кожух с такими же оригинальными креплениями кронштейнами, только уже со встроенным видеорегистратором. Значит, кожух уже убрали, поставили вот такую конструкцию, которая по фактуре, структуре и текстуре пластика точно совпадает с предыдущей. Важно отметить, что обзор водителю новая конструкция не перекрывает. Со стороны правого пассажира все тоже весьма прилично и эстетично.